Меня зовут Дмитрий Куклев, я актер Большого Тюменского драматического театра. Болезнь рассеянный склероз у меня нашли 4 года назад. Когда человек узнает о том, что он тяжело болен, у него тяжелое заболевание, для него это, конечно, стресс. И по-разному люди реагируют. Одни уходят в запой, другие уходят в депрессию. Конечно же, они, если бы вот так вот воспринимали эту болезнь, что они могли? Потерять семью, потерять работу, они могли опуститься. И на самом деле, вот этот момент случился, когда нервы сдали, и я правда поверил, что это все будет навсегда. Я ж не знал результатов, я не знал, что это со мной происходит, что за оказия. Как к этому относиться, как с этим жить, как рассказать об этом семье, жене, то есть нужен ли ты будешь потом? До выхода спектакля осталось 4 дня. На самом деле, каждый раз, когда я выхожу на премьеру, это испытание. Это вот моя болезнь, потому что каждый раз что-то происходит. Тело – просто инструмент, который нужно использовать. От того, что этот инструмент сломался, это не значит, что его нужно выкидывать на свалку. Это значит, что тебе просто нужно научиться с ним работать немножечко по-другому. Я думаю, что самое главное, то, что в них появляется, я вижу, как в них рождается вот, как творчество, как потенциал, который скрыт в них. Принять эту болезнь и обществу, и пациенту, ну, все сложно. А с другой стороны, все зависит от человека. Потому что если не пытаться перестраивать мышление, не пытаться контролировать свои мысли, чувства, эмоции, то ничего не получится. Их объединяет желание жить, оптимизм, принятие болезни, открытость. И они болезни воспринимают как препятствие для осуществления своей поставленной задачи или цели. И они понимают, что жизнь на этом не кончилась, что их ждет многое, что впереди, они ставят планы, и они готовы осуществлять их.